Сотрудники ГИБДД провели акцию «Чистый номер». На протяжении всего дня под пристальным вниманием инспекторов ДПС находились автомобилисты, которые управляли транспортным средством с нечитаемыми номерными знаками. Весенняя погода каждый день преподносит сюрпризы. Еще вчера были лужи и грязь, сегодня легкий морозец. Кто-то из автомобилистов в такие дни старается помыть своего железного коня. Однако есть и те, кто не следит даже за чистотой регистрационного знака на автомобиле. Водитель утренние часы перед тем, как сесть за руль, должен осмотреть свое транспортное средство, протереть, если номер грязный, его, чтобы он стал чистым, ну и посмотреть, все ли у него работают указатели поворота, горят ли все лампы. Наша съемочная группа вместе с инспекторами ГИБДД приняла участие в акции «Чистый номер» на площади Конева областного центра. За несколько минут было остановлено более десятка машин с нечитаемыми номерами. По правилам, если на расстоянии 20 метров не видно цифру или букву регистрационного номера, то он является нечитаемым, а это нарушение, штраф за которое может составить 500 рублей. Статья предусматривает и предупреждение, потому что если водитель осознает свою вину, то есть адекватно реагирует и в присутствии сотрудника ГИБДД протрет свои государственные регистрационные знаки, то есть инспектор сделает ему устное замечание. Ну а в том случае, если водитель будет не согласен, соответственно, инспектор составит на него административный материал. Все, кого остановили инспекторы ГИБДД, согласились на месте устранить нарушение. Пока водитель протирал свой грязный номер, инспектор проводил разъяснительную работу с нарушителем. Михаил Кунышев, Игорь Охотников, Вести, Киров.